Всем привет! Сегодня у меня видео с моими покупками из магазина Fix Price. А именно покупки для дома, для себя и для ребенка некоторые. Также есть одна покупочка продуктов. Сейчас я все по очереди покажу вам. Первым, что я покажу, это вот такой контейнер. Подобный контейнер я уже покупаю неоднократно. Они у меня есть зеленого цвета, оранжевого цвета. Больше, по-моему, их нету. Они закреплены здесь скотчем, поэтому доставать, открывать не буду. Если вам интересно, можете посмотреть другие мои видео. Я там подробно показываю, рассказываю о них. В принципе, все понятно. Очень удобные, очень вместительные. Там есть стопперы, как я уже говорила. Можно их срезать, будет ящичек полностью вытаскиваться. Но мне нравится то, что его можно вытащить только до стоппера. То есть ящик не выпадает. Довольно-таки выгодно. Выгодная покупка, поэтому присмотритесь. У нас очень быстро разбирают подобные контейнеры. Если успевают, то беру, если не успевают, то не беру. Следующее, что я хочу показать, это пирожное вишня с шоколадом. Оно у меня уже стало плоское, потому что лежало под весом всех остальных вещей, как бы сплющилось. А так вообще у него, в принципе, вот такой вот вид, вот такая форма в магазине. Это просто я его везла неаккуратно. Взяла их штуки 4 в магазине, уже все скушала, один только оставила, чтобы показать вам. Очень вкусное пирожное. Беру подобные вещи неоднократно в Fix Price, в принципе, вкусные, но сестренка один раз взяла такой бонжур, и он ей достался сухой, жесткий, и ей не понравилось, и она мне, конечно, отговаривала, чтобы я не брала, но так как я любитель таких вещей, в принципе, взяла, попробовала, и довольно качественно, довольно вкусом, тоже могу вам посоветовать. Вес 35 грамм, и стоило это пирожное 5 рублей 37 копеек. То есть, как бы не 55, а вообще копейки. Очень дешевая покупочка. Следующая вещь, которую покажу, за ней я очень долго охотилась, очень долго не могла найти в магазинах Fix Price. Не знаю, либо быстро раскупали, либо я просто не натыкалась. Это крышка в микроволновку. Стоила она 55 рублей. Пластиковая крышка для микроволновой печи с паровыпускным клапаном. Классная крышка, мне очень нравится. Тут есть клапан, все, пар выпускается, все отлично. Подобные крышки продаются в обыкновенных хозяйственных магазинах, и они, по-моему, стоят 200 с лишним рублей. Поэтому приглядитесь, если у вас есть микроволновка, отличная вещь, очень советую. Она не только задерживает пар, но и позволяет не сохнуть продуктом, когда вы изготавливаете что-либо в микроволновке, и также задерживает жир внутри, если вы что-то готовите долго. Как бы помыть крышку намного легче, чем отмывать всю микроволновку. Следующим, что я хочу показать, это тоже крышка, сетка-колпак для защиты продуктов. 35 сантиметров. Так как сейчас период комаров, мошек, мух и всего чего угодно, не знаю, у меня, конечно, стоят сетки на окнах, очень редко попадает какая-либо живность, вернее, насекомые, но есть также необходимость в такой сетке. Все равно на всякий случай купила. Даже если выезжать куда-то на природу, можно накрыть, и никакие мухи, комары, осы, ничто не сядет на ваши продукты, легко защитит. Ну, тут, в принципе, показаны фрукты, ну, не знаю, можно использовать, мне кажется, по-разному. Стоила эта сетка 99 рублей. Я такую сетку видела у своих родственников, мне она очень понравилась. Они ее пользуются постоянно, поэтому я решила себе взять такую. Кстати, в магазине были очень разные расцветки. Розовая, такая, зеленая, еще какие-то, желтенькая, по-моему, была. Поэтому присмотритесь. Возможно, вам тоже понравится. Следующая вещь, которую покажу, это органайзеры для косметики. Я за ними охотилась очень-очень долго. Вообще, давно охотилась. Уже последние 3 месяца искала во всех магазинах Fix Price. И думала, просто их раскупают очень быстро. Нет, оказывается, просто их завезли к нам только сейчас. Они, конечно же, в большом количестве продаются в магазинах Fix Price. И я увидела, сразу взяла. Первый у меня идет органайзер для косметики и аксессуаров. 77 рублей. Вот такой вот. Второй тоже органайзер для косметики и аксессуаров, только немножечко другой. Вот такой, сюда можно поставить помаду, сюда тональный крем или что-то другое. Как бы они разные, поэтому взяла оба. Цена у них очень привлекательна, 77 рублей. Если заказывать с того же Китая, цена будет намного дороже, где-то рублей около 200. Далее, следующая вещь, которую я покажу, я ее покупала для себя. Это сумка, я ее уже начала пользоваться, поэтому бумажку я выкинула. Стоила эта сумка 99 рублей, вообще классная, мне очень нравится. Мягкая, искусственная кожа, сюда помещается телефон, ключи, помада, деньги, все что угодно, как бы, ну не все что угодно, но много чего помещается, очень удобно, то что она на длинной лямке,
как бы через плечо перекинул и пошел дальше. В магазине были разные цвета, я взяла такой нейтральный, там были темные в основном, бордовый, серый, такой вот, не знаю, как объяснить этот цвет, припудренный розы, что ли. Хорошая сумка, приглядитесь, мне понравилось, возможно, у вас тоже заинтересует. И последние вещи, которые я хочу показать, это мягкий развивающий пазл-коврик для ребенка. Цена набора 99 рублей, и здесь 6 штук размером 29 на 29. Вообще классные плиточки. Что мне нравится, что они мягкие, довольно-таки прикольные. И что хорошо, то что внутри есть картинки, фигурки. То есть ребенок даже может потом вытаскивать, собирать как пазл. Не только как коврик использовать, но и собирать. В магазине было 4 вида. Первый у нас идет с животными, второй фрукты, потом идут овощи. И последний вид, который там был, это цифры. Вообще они все классные, мне очень понравились. Также в наборе тут они все разноцветные, тоже здорово. Все они с вытаскивающимися элементами. Что единственное мне не понравилось, это то, что присутствует небольшой химозный запах. Но я думаю, перед тем, как дать это ребенку, я скорее всего это открою, поставлю куда-нибудь на веранду и пусть это все проветрится. Потому что моя подруга покупала подобную, открыла, выставила на балкон, и запах у нее выветрился. Поэтому я думаю, ничего страшного. Подобные развивающие коврики в детских магазинах стоят намного дороже, поэтому присмотритесь. И также, когда я приехала в магазин Fix Price, я уже приехала к шапочному разбору, и там выбора особо не было. Поэтому, когда я приехала, я взяла сначала только несколько видов, а потом уже докупала, чтобы у меня было все 4 вида. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Всех целую. Пока-пока.